Сауле ханым, Рефик Бей говорит, расскажите о своих впечатлениях на Сепильгоре. Какие у вас были впечатления, какие знания вы получили, чтобы... И я тоже переведу. Хорошо. Вообще в программе ретрита изначально было вот написано, что будет посещение горы Каф. И для меня это был самый главный пункт. Вот, это была моя мечта, потому что я, зная об этой горе и из Корана, вот там целая сура и посвящена, так и называется, Каф. То есть это очень необычное место, мистическое, волшебное. Вот, кто читал Коран, он знает, что там происходило. И я прямо мечтала вот попасть туда с тех пор, как я вообще пришла в эту методику. Как мне казалось, это вот вообще чудеса прям так творятся. И реально так оно и оказалось, потому что когда мы ехали к ней вот в предвкушении вот этого чуда, вот уже настрой был такой, еще Рефик Бей сделал остановку перед тем, как подняться на вершину, и провел занятия, где вот объяснял, мы практиковали даже. И то есть он нас подготовил как бы морально к тому, что у нас вот, не резко, а вот именно постепенно поднимать вибрации, чтобы вот, может, наверное, мы легче, может, как-то это восприняли, я не знаю. Но дело в том, что когда мы уже приехали туда, вот это... Ощущения у меня вообще удивительные были. Это такое, я даже не могу вот сказать, что именно, но по внутренним моим ощущениям мне было такое, как будто я парю вот над этой горой, мы на самую высокую точку поднялись, и вот восторг внутренний был, настолько меня переполнял, что вот хотелось во все горло там орать от счастья, да. И было ощущение полета, хотя я вот ходила по земле, но ощущение было полета. Вот что-то такое необычное, в общем, вот как будто я реально летала. Вот, видимо, во мне вот феникс летал, моя душа. Рефик Бей, Сауле ханым шуны анлатыйор. Затан бу жанлы эйтимде, жанлы эйтимде Каф дагынын зияреты барды ве Каф дагы Куранда ачыкланган бир даг. Bayağı böyle bir sırrı olan bir dağ ve bu beni çok etkilemişti. Kaf Dağı'na gittiğimizde gerçekten öyle bir enerjiler var ki orada sanki uçuyormuşum gibi bir Zümrüt Anka gibi uçuyormuşum gibi bir hisler vardı içinde ve gerçekten bu benim için çok büyük bir yani bir deneyim oldu. Bu bilgiler, bu eğitim Kafdan'daki o Kafdan'daki enerjiler ciddi bir şekilde bir yani farklı bir dünyaya göz bakışımı değiştirdi diyorum. Allah razı olsun.